Так, друзья, всем привет! Меня зовут Святослав Громов, я предприниматель из города Санкт-Петербурга. Приехал на 4 денечка в Сочи на ретрит персонально к Серхио, к Сергею Нежданову. Мы занимались с ним 3 дня практиками, общались, ходили в баню, гуляли, наслаждались этим прекрасным морем. Я наполнился энергией, у меня что болело, все прошло. Я ел полезную еду. Я общался с прекрасными, позитивными людьми. Сегодня отправляюсь домой, наполненный счастьем, оздоровленный. И обязательно еще вернусь на ретрит к Сергею Нежданову.